Здравствуйте, ребята! Нам осталось совсем немного до конца учебного года. В нашем классе появился новый ученик. Знакомьтесь, ребята, мальчика зовут Ваня. Хай-хай, с вами Ивангай. Сьюзи, какой красивый мальчик. Да, Пеппа, красивый Ваня. Сьюзи, я хочу, чтобы он со мной сидел. Пеппа, но это как он сам решит. Ваня, выбирай себе место, где ты будешь сидеть. Я люблю на задней парте сидеть. Ну, садись, Ваня. Сьюзи, он не сел со мной. Я так хочу, чтобы он со мной сидел. Пеппа, а ты подари ему свой телефон, чтобы он с тобой сел. Как я подарю телефон? Мама ругать будет. А ты скажи, что ты его потеряла. Точно, так и скажу маме. Ваня, смотри, какой у меня телефон. Хочешь, я его тебе подарю? Хороший телефон. А что я должен взамен сделать? А ты просто садись ко мне. О, это легко. Давай телефон. Пеппа, я тебе сегодня звонила 5 раз. Почему ты не отвечала? Мама, я потеряла телефон. Пеппа, а Джорджик сказал, что ты телефон подарила мальчику в классе за то, чтобы он с тобой сел. Нехорошо обманывать маму. Это правда, мама. Прости меня. Мне очень понравился новенький мальчик, и я подарила ему телефон за то, чтобы он со мной сел. Пеппа, это неправильно. Дружить за подарки нельзя. Дружить нужно взаимно. Я уже позвонила твоей учительнице, и она завтра заберет у мальчика телефон и отдаст тебе. Хорошо, мама.